Рубцовск – город с населением более 140 тысяч человек, где отопительный сезон длится большую часть года. На начало 2017 года в городе функционировали два основных теплоисточника, обслуживающие весь город – Рубцовская ТЭЦ и Южная тепловая станция. Каждая станция имеет свою установленную мощность. Часть из нее избыточная. За несколько лет в городе сложилась критическая ситуация с теплоснабжением и накопился целый ряд серьезных проблем. Низкое качество теплоснабжения, постоянные перебои с отоплением и горячей водой, банкротство основных теплоснабжающих предприятий города. Износ системы теплоснабжения города достиг 100%. Отказ владельцев Рубцовской ТЭЦ от продолжения эксплуатации. Все это создало угрозу для половины жителей города остаться без тепла в отопительном периоде. Чтобы избежать этого, по инициативе руководства Алтайского края сибирская генерирующая компания в 2017 году начала реализацию проекта модернизации теплоснабжения Рубцовска с подключением к одному теплоисточнику – Южной тепловой станции. Проект модернизации сибирской генерирующей компании включает в себя следующие технические мероприятия. На южной станции – установка двух угольных котлов, увеличивающих тепловую мощность станции. Вывод из консервации мазутного котла, который будет использоваться для покрытия пиковых нагрузок. Установка турбины для выработки электроэнергии для собственных нужд на станции. На тепловых сетях – перекладка трубопроводов для повышения качества теплоснабжения. Строительство тепловых сетей для объединения двух тепловых контуров. Установка элеваторных узлов у потребителей. Строительство циркуляционного трубопровода. Все работы будут проведены за два года, в 2017-2018 году. Срок планируемой окупаемости проекта от 12 до 15 лет. СГК инвестирует в проект 2 миллиарда рублей собственных средств. В результате изменится температурный график отпуска тепловой энергии. Повысится качество теплоснабжения для жителей Рубцовска. Снизятся затраты на производство тепловой энергии. Прекратится накопление долгов в системе теплоснабжения. Будет предотвращен резкий рост тарифов на ближайшую перспективу. ЮТС и тепловые сети остаются в собственности города. Жители города получат обновленную ТЭЦ и бесперебойно работающую теплосеть. Зачем это нужно СГК? Компания покажет высокий уровень компетентности и социальной ответственности. Компания расширяет географию своей деятельности. В будущем это позволит компании реализовать аналогичные проекты в других регионах.